ехали, выехали с проспекта Московский или какого, мы выехали на первую дорогу. Угу. Выехали, в левую полосу стали. Так. Ехали, спереди нас шла машина. Угу. Не уступает нам. Не было поворот, ни к чему. Мы перестроились в среднюю полосу. Угу. Ехали, ехали. И он, мы ускоряемся. И он начал ускоряться. Он резко перестроился, он ушел. А спереди нас уже отторможенная машина была. 14-я, по-моему, или какая. Она почти стояла. Мы не успели оттормозиться, и мы в нее попали. Угу. Врезались, и все. Вот у нас больше там подушки стреляли, я дальше ничего не знаю. Слушай, а вопрос, вот вы сколько проехали от места ДТП? Да. Как так получилось? Он отпустил педали, и все, он говорит, вызывай скорую, вот он глазами моргает, вызывай скорую, быстрее, вызывай скорую. А его потом потихоньку остановились, да, получается? Ну, пока ушли, как все. Мы вот так ехали, все, вызывай скорую, все. Мы остановились, из машины вышли. Подбежали какие-то ребята, начали нам кричать, вы что творите, сели в машину они и его забрали. Короче, и тех, и тех забрали, и все уехали, и все. Угу. А хозяин машины я отправил. Больше ничего я вот... А за рулем был ваш товарищ? Да, да. Мы ехали Ясно. Домой. Нет, вы какие-то там, ребенок говорит, на этот... Ну, это вот, что вылезет кто-то или что-то, вот как мы сказали, мы такого не видели вообще. А, не видели? Да, мы просто, у нас резко, когда мы перестроились, средний ряд, у нас появилась машина, мы даже не увидели ее. Мы как только вот сразу оторваживаться, мы попали в нее, у нас подушки стрельнули, мы никого ничего не увидели. Мы как только катились, и все, он мне говорил, вызывай скорую, и все. Мы больше ничего не видели. Ну, после потом что произошло? Скорая приехала, кого забрали-то? Мы остановились, я вышел из машины, начал вытаскивать, чтобы нас не сбили. Подбежали трое ребят, один в истерике там начал, вы что творите? Угу. И все, и кто-то забрал, и справа моего товарища кто-то забрал, и все, они уехали. А там ребенок, говорит, был трехмесячный? Никого не видели. А, не видели, да? Не видели. Скоро то, что забирал, не видели? Я потом только увидел, что там уже сирены, кто моргали, я не знаю, кто были. И видел сразу. Минут 5 прошло, наверное, и уже приехали к нам. Все, я понял. Спасибо огромное. Как вас зовут? Александр. Александр. Спасибо, Александр.